4 апреля комиссия в составе из представителей администрации Касписка по поручению главы муниципалитета Бориса Гонцова выехала по обращению граждан СНТ «Колос». Поводом для встречи стала несанкционированная засыпка канавы местным жителям товарищества, якобы для парковки автомобилей. По словам одной из обратившихся, такие действия чреваты негативными последствиями. Это же дождевые воды. Вы просто не знаете, когда здесь дожди бывают, сточные, подземные, все воды выливаются прямо. Дорога даже бывает забита водой. А эта труба, она засорится, и все, и вся вода будет наверху. По прибытию комиссии было установлено, что на данном участке были нарушены все правила, а также произведены действия, которые не согласованы с администрацией города. Тут такое положение дел сейчас. Возмущение жителей правомерно. Я думаю, что мы среагируем, и будет это все дана соответствующая оценка на данный такой момент. Сегодня мы сейчас составим акт, а потом решением соберемся, что как реализовать, как среагировать на данный момент, решим. Решение будет вынесено. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».